Малик, у нас гости. Знаю, но вертушка повреждена. Сначала придется ее подлатать. Я останусь и прикрою тебя. Нет, уходи, Кира, ты же доктора Шевченко. Со мной все будет нормально. Ты для них легкая мишень. Не обязательно. Но это твой единственный шанс проскользнуть мимо них незаметно. Так что уходи, Дженсен. Дженсен, вертушка в порядке. Я взлетаю. Продолжай это чертово задание. И спасибо, мальчик-шпион. Пожалуйста, девочка-вертушка. Вы должны достать чип, мистер Дженсен. Сначала расскажите, что на нем. Шантаж, мистер Дженсен. Не тратьте время попусту. Я ничего вам не скажу. Кроме того, некоторые тайны лучше не знать. Так что отдайте мне чип и оставим все как есть. Слушайте, вы сильная девушка.
У вас есть доступ к секретной информации. Я понимаю, что такие данные нельзя доверять всем и каждому. Но я такой же, как вы. Я работаю на влиятельного человека. Каждый день мне доверяют секретную информацию. К тому же, никто иной, как я, рвал задницу ради этого чипа. Думаю, в некотором смысле вы правы. Но поймите, эта информация строго конфиденциальна. Она касается Панхеи, а вернее, проекта Хирон. Проект Хирон? Первый раз слышу. Ничего удивительного. Это секретный проект. Но без него не было бы Панхеи. Очень претенциозное предприятие. Установка, простирающаяся до дна океана. Оказываемое на нее давление постоянно меняется. И малейший дефект в этой конструкции может всю ее обрушить. Поэтому нам необходимо нечто мощное и максимально эффективное для постоянного круглосуточного мониторинга. Так значит, проект Хирон — это некий суперкомпьютер? Да, наверное, можно и так сказать. Благодарю за честность. Не волнуйтесь, эту информацию я не выдам никому. Вот ваш чип. О, превосходно! Вы не представляете, насколько неоценимую услугу вы нам оказали, мистер Дженсен. Благодарю. И хотя вас попросили оказать услугу самому мистеру Дэрроу, он считает необходимым вас отблагодарить. Вот ваше вознаграждение. Думаю, мистер Дэрроу захочет поздравить вас лично. Скоро он с вами свяжется. Периферической нервной системы. Использовать передающие нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Для замены бракованных чипов. Информированные
Босс велел тебя пропустить. Только давай без глупостей, иначе тебя разберут на запчасти. У вас есть дар, Дженсен? Если нужна будет работа, скажите мне. Я так понимаю, парнишка цел и невредим. Он сказал, что я должен вам оружие. Я всегда возвращаю долги. С процентами. С одним долгом разобрались. Теперь рассказывайте, что знаете. У Белл Тауэр в порту два корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю. Каждые 2-3 дня один из кораблей ночью загружают, и он отплывает. И куда же? Умный человек спрашивать не будет. Я только знаю, что Хэй Чжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Как-то все сомнительно, Тонг. Да. Но вам везло столько раз, что и не сосчитаешь. У Белл Тауэр серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Какого хрена тут произошло? Какого хрена тут произошло?
Хочешь дружеский совет? Держись подальше от парней из Белтауэр, что патрулируют улицы. Ты покупаешь или продаешь? Я делаю и то, и другое. Взгляни на компьютер и увидишь сам. Пока-пока. Увидимся.
Access granted. Access granted. Access granted. Что ты делаешь? Плохо.
напарником. Похоже, ушел. Это не надо. Моим ребятам есть чему у вас поучиться, Дженсен. Тонг, как вы попали на эту частоту? Это древняя китайская тайна. Значит так, вы отнесете пакет в кабинет управляющего Вана, положите его на стол этому ублюдку и запустите. Все ясно? Ясно, что я оказываю вам услугу, а мне что с этого будет? Взрыв отвлечет охрану. Вы запрыгнете в грузовой контейнер и вперед. Но у вас всего одна попытка. После запуска таймера дороги обратно не будет, понятно? Понятно. Запускать, когда буду готов. Помогание одного тирана — это давно не новость. Настоящая тайна, о которой вам не говорят, в том, что именно на эту космическую станцию бегут те, чьи планы мирового господства здесь, на Земле, не сработают. Если не Access granted. Thank you.
кто бежит. Если здесь кто-нибудь есть, выходите! Thank you.
на чем мы остановились? Точно! Стоит ли Дэду Шарифу опасаться Китая? Интересный вопрос. Моей первоначальной реакцией было сказать «Да, конечно!» Всем стоит опасаться Китая. В течение последних 25 лет Китай посягал на все американское. Особенно с тех пор, как дракониха Джао возглавила тюк... Бум! Мне даже неудобно об этом говорить, потому что эта тема обсуждалась тысячу раз. Шариф и Джао одного поля ягоды. Ягоды, выросшие на крови. Дело не в том, что они руководители, получающие прибыль с тех, кто вставляет себя в размерзшие механические игрушки. Дело в том, что они оба подчиняются...